Юлия Друнина, баллада о десанте. Хочу, чтоб как можно спокойней и суше. Рассказ мой о сверстницах был. 14 школьниц, пивуней, болтушек, в глубокий забросили тыл. Когда они прыгали вниз с самолета в январском продрогшем Крыму. «Ой, мамочка!» — тоненько выдохнул кто-то в пустую свистящую тьму. Не смог побелевший пилот почему-то сознание вины принес мочь. А три парашюта совсем не раскрылись ту ночь. Оставшихся ливни укрыла завеса, и несколько суток подряд в тревожной пустыне враждебного леса они свой искали отряд. Случалось потом с партизанками всяко, порой в крови и пыли, ползли на опухших коленях в атаку, от голода встать не могли. И я понимаю, что в эти минуты могла партизанкам помочь лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете, сквозь годы, сквозь тучи беды. Поныне подругам, что выжили, светит три тихо сгоревших звезды.